Здравствуйте, здравствуйте. Продолжаем проходить головоломки. Высшие приготовления остановились на 48%. То есть, конечно, эта часть игры, она более растянутая, после 20%. Ну, красные побывали, синие побывали, боссы забороли, фиолетовые побывали. Ой, достался. Только вот этот. Давайте карту изучать, что же делать. Меня практически, ну, конечно, в одну сторону увели. Это жаль. Так. Есть такая штука. Ключ. Собака. Не знаете, что забавно, что в таком маленьком мире, по сути, в песочнице, существует магия. Во-первых. Во-вторых, блин, существует антигравитация. Так, я одолжу его у вас.
Та полоса испытаний. Отлично. Шанс крита 35%. Это, конечно, мощно. Так, а... Думай, Шура, думай. Здесь есть открытое место, да? Да. Ящик заспавнен, но надо его вытянуть. Стена доски. Кажись, я соединил 2 плюс 2. Так, и осознал. Надо вот делать вот так, да? Кто бы мог подумать? Оп! Я вытащил ящик из-за угла. Так, погодите, а мне нужно, наверное, туда ящик переправить, да? А с другой стороны, я, может быть, и протупил. Это может быть запросто. Ящик-то я сюда скинул. Должен находиться на постоянке, чтобы дверь открыта была. А это значит, нам поможет только силовой. Стороны. Да, если я перекину, я туда могу силовой куб поставить и дверь открыть.
У вас такая скорость атаки быстрая. Не покайтесь, блин. Шесть. Сколько часов у меня было? Не было ни одной смерти. Сколько, мать его, часов? Тут вы. Тут босс. Совсем охренели. Я боюсь сломать свою кирку, поэтому мне нужна алмазная кирка. Если найдешь такую, я разрешу тебе взять несколько кристаллов с заднего двора. Стив! Что за херня? Что? Может, ты расскажешь, что это такое?
Давай. О. Не, ну это уже просто свинство. Не понял. Оу.
Эй, парень. Я только его заметил. Он не хочет позволить нам выбраться отсюда. Давайте я в лицо пальну. Кирка. Зеленая кислота, смешанная с желтым семечком, да? То и другое в соковыжималку. Так, найти бочку, найти семечко, что еще надо найти?
Я должен попробовать ее применить. Или же останеки. Просто сосуд высасывает все виды жидкости, блин. Сейчас я копыта-то откину. Да. Осталось найти желтое семечко, да? Ой. Смотрите, что я вижу.
всей игрой настолько сильно. О, семечко. Стронг.
Может, любой вес подойдет, даже кирка. Думаем, делаем.
Так я до этого сразу не допер. Очень тяжелый шарик. Кажется, я знаю, куда их можно деть. Лоу. У тебя тоже есть стальные шары. Пацан пропал. Thank you.
Правильно ли это? Он к успеху ушел. Ключ-то куда? Я в раздумии.
Че, зверели, что ли? Ой, да. Привет, дорогой. Ладно, пока что отойду на этом. Всем спасибо, всем пока.